день. Скажите, пожалуйста, какая процедура проходит в этом кабинете? Здесь мы пускаем с капсулами. А что это за процедура? Можете рассказать поподробнее? Капсула повышает обмен веществ, освобождает организм от токсинов, нормализует давление, нормализует сон, повышает кровообращение и лимфоток. Также много других еще показаний. А скажите, пожалуйста, про методику. С чего начинается? В ванну погружается или сразу же на подушку? Она нагревается до определенной температуры, прогревается. Потом мы ложим нашего отдыхающего, и наверху происходит это как инфракрасная сауна плюс сауна пара, паровая сауна и вибрация позвоночника. А потом внизу мы проводим гидромассаж. Гидромассаж, он вместе как жемчужной ванной. Там 4 позиции и для ног, и для стоп, и для всего тела. А сколько по продолжительности вся процедура? Продолжительность 35-40 минут. Ясно. Наверное, в основном отдыхают женщины к вам приходят. Вообще желающих очень много. Постоянно, в общем, загружена она. С 9 до 9 вечера, да. И вообще никто, редко кто отказывается. В основном желающих очень много. Девушка, расскажите, пожалуйста, как ваши ощущения? У меня ощущения очень хорошие, потому что здесь, во-первых, согреваешься, получаешь уйму удовольствия. Здесь в придачу еще есть музыка, которая помогает, расслабляться, музыка, да, и подумать о чем-то приятном. Вот. А тепло, вообще эффект сауны очень приятно. Потом, когда идет массаж, то мышцы все вибрируют, и получается после процедуры получается такое приятная физическая и психологическая усталость, наверное. Ясно. Спасибо вам большое. Хорошего вам отдыха. Спасибо.